она им заработала? Вам лучше не надо, потому что только дети занимались уже. Ой, тебя красивые. Меня так красиво. Ты снимешь меня? Ну, она хорошо прошла, реально. А тут тоже на время или так? Да это нет, это не зачет, а просто тренировка. Светик, можно? Светик. Давай я возьму лошадку, пойду на это, если сейчас никто не заберет. Да ладно тебе, господи. Хочу потренировать, просто поводить. Большую собачку. Ксюша, вот, Соня, блин. Опа, наконец-то мы увидели прыжок.